Позади видеовизитки, уроки перед незнакомыми школьниками и мастер-классы перед коллегами. 34 учителя несколько дней боролись за звание лучшего. Критериев отбора много, но хороших учителей видно сразу, считает экс-член жюри конкурса Юрий Абдулаев. Хороший учитель виден сразу, начиная от того, как он зашел в класс, как поздоровался с детьми, как организовал учебный процесс. И вот этот оргмомент, эти первые 3 минутки, они во многом и задают тон урока. В этом году отличились молодые педагоги. Победителем в номинации «Педагогический дебют» стала потомственный учитель Алена Воробьева. Мои бабушка и дедушка отдали профессии учитель всю свою жизнь. Я с гордостью смотрела на них и знала, что мое предназначение уже определено. И вот я здесь. Награждал и поздравлял конкурсантов губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Я хотел бы вам выразить слова самой искренней признательности, глубокой благодарности за ваш труд, за вашу верность вашему призванию, вашему делу, которому многие посвятили всю свою жизнь. Именно такой педагог и стала лучшим. Звание «Учитель года Алтая», как и мечтала, получила учитель английского языка из Смоленского района Грануш Степанян. Нужно просто любить то, что делаешь, конечно. И эта подготовка, она складывается из многих этапов, которые мы проходим каждый день. Каждый день мы складываем вот эту любовь к своему делу, да, кирпичик за кирпичиком. Благодаря детям, благодаря коллегам мы становимся лучше и лучше. Учитель года Алтая 2024 получила денежную премию в размере 400 тысяч рублей. Она представит край на всероссийском уровне. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.